Поздравляем. С победой вас. Что чувствуете, да, стандартный вопрос. Ну, я пока ничего не чувствую, потому что я только недавно вышла с проката, произвольной программы, и у меня еще пока нету золотой олимпийской медали на груди, поэтому я вам пока ничего не могу сказать. Такое ощущение, что вам как-то неловко, что ли, от того, что вы выиграли подругу, которая заботилась о вас там много лет, или я ошибаюсь? Нет, я такой человек, все держу в себе. Я не выплескиваю свои эмоции, но я очень рада. Но это, я думаю, что придет со временем то ощущение, которое должно быть. Первый каскад, он, ну, то есть первый прыжок, это должен был быть каскад, да? Правильно да. Понимаем? Как вообще вот по ходу программы на Олимпийских играх, когда ты дебютантка, 15 лет, сообразить это, накатывалось на тренировках, да? Да, мы, безусловно, с тренерами отрабатывали все возможные элементы. Если тот прыжок не получился, значит, нужно к другому прыжку приделать. И этот вариант тоже тренировался. Сегодня волновались больше, чем на время короткой? Наверное, да, потому что больше... Ответственности? Да, больше ответственности, и не было права на ошибку. 5 прыжков, каскад из 5 прыжков на тренировке – это психологическая атака была? Да, наверное, так легче, зная то, что ты можешь больше делать. Дальше будет 6-7. Не знаю. Если честно, я первый раз, наверное, сделала каскад из 5 прыжков. Вы говорили, что папа вам пишет только после завершения уже всех соревнований. На Олимпийских играх что-то поменялось? Написал вам после короткого? Я пока не смотрела и не общалась с родителями, потому что еще не было времени. Но я думаю, что уже написано все. Вы знаете, что за произвольно одинаковые оценки были выставлены вам и Медведевой? Абсолютно одинаковые. Не знала этого. В 1/100, вот, абсолютно ровная оценка. Алина, скажите, а что дальше? Вот вы достигли самой большой вершины, которая только есть в вашей профессии, в вашей карьере. Дальше что? Куда дальше стремиться? Есть еще чемпионаты мира, следующие сезоны. То есть... можно еще больше сделать в этом виде спорта. Стать двукратной олимпийской чемпионкой, например? Есть много титулов, которые можно завоевать. И Олимпийские игры – это самое главное для спортсмена. Алина, спасибо. Отражение закончено выступление. Вы понимали, что вы выигрываете? Но есть же ощущения по техническим параметрам? Если честно, нет. Я по технической, может, я... У меня больше оценка, но по компонентам уже не все-таки больше. Если бы вдруг такое случилось, что все-таки вы стали бы второй, вы бы сильно расстроились? Наверное, нет, потому что я все-таки недавно начала выступать на международных стартах, и для меня даже серебряная олимпийская медаль была бы как золотая. Что-то сказали друг другу, Женя? Да, теплые слова, слова поддержки, поздравления, естественно. На церемонию закрытия пойдете или что-то ставите? Наверное, да. А если вот, ну, мы надеемся, Россия вернут флаг, знаменосцем готовы стать? Конечно. Сил хватит. Спасибо, Алина. Так, сейчас только спросить. Алина, все-таки... Какое ощущение от Олимпиады, первой Олимпиады? Ощущение праздника появилось или пока готовилось, не было времени смотреть по сторонам? А сейчас? Сейчас пока тоже. Я думаю, что через недельки, 2-3, вот. Они на медальной плазе, скажем так, когда на вас наденут золотую медаль? Это самое, наверное, классное ощущение, когда на тебя надевают медаль, особенно на Олимпийскую.